I'm not the best at it, but... You know what your voice reminds me of? I don't believe in myself. That's why I take off my t-shirt. Thank you.
a tree grow over the other tree. Сегодня я тут чилить не буду, потому что уже слишком поздно, солнце идет на закат. Я пока доеду, будет уже холодно. Но прогуляться было все равно прикольно. Это Blue Lagoon 2, Blue Lagoon 2. Вот так она выглядит. Достаточно большая территория. Ну и почти нету людей. Очень классно. А другие места более перегружены. Там дофига народу. Иногда это напрягает. Вот. Может, пойти перекусить что-нибудь. Вот. Ну, а в остальном тут так вот типичные эти лаосские деревенские дороги, все в такой в гравии, в пыли, ну и небольшой джангл форест в окрестностях гор, так все вокруг горы. Там, кстати, тоже пещерки, скорее всего, есть где-то еще входы, наверняка. Вот, там шарик запустили. Я, кстати, проезжал мимо него, когда его собирали. Да, вот так вот. Такие местяки. Есть их порядка 5 лагун с официальным названием. Есть еще куча таких подобных мест, менее оборудованных, которых мало кто знает, но они там по-разному могут называться, Secret Lagoon или еще как-то. Если тоже какой-то есть Secret Forest, например, за 4 бакса могут проводить. Скорее всего, просто в джунгли куда-то отводят внутрь. Вот. Ну, в общем, в любом случае, это все интересно достаточно, потому что необычная природа, а так местами где-то тут, когда обустраивают, все это так выглядит классно, то есть сюда приехать, почилить, вообще по кайфу, прямо если на весь день. Тут и всякая еда, там и местная, и жарёшка, как бы вон мангал стоит. Вот, все, в принципе, хватает. Есть более заброшенные места, они, соответственно, ну, как бы инфраструктуры там практически нету. То есть там вряд ли что купишь, только на входе, может быть, местные могут что-нибудь продавать. Вот, кстати, еще домик заметил раньше не видел, наверху, на дереве. Вот, ну, где-то такие места оборудованы вот всякими, вот эти вот, называются, Stripe Line. В общем, лазание по веревкам, по деревьям. Вот, здесь, так, ну, попроще, там тарзанка какая-то есть, просто в вышки попрыгать. Вот. И, ну, к месту, от места к месту все это дело немного отличается. Периодически это все где-то наращивается, где-то что-то подстраивает. Вот там сегодня, пока я ходил несколько минут назад, там мужик чистил этот водоем, что, кстати, достаточно необычно для меня. Ну, в принципе, бассейны нормально чистить, но как бы с учетом лао-специфики несколько необычно. Вот,
естественно, это, ну, опять же, там, корейский флаг болтается, то есть тут, ну, все это влияние и вливание зарубежного капитала. Китайцы, корейцы, где-то тайцы. Все понемногу как-то пытаются отхапать кусок от пирога, но с темпом жизни лаосов и вот вообще, собственно, как все это происходит, на самом деле они, по-моему, обезопасили себя просто своей ленью. Ну, в хорошем смысле этого слова. Да, надо будет собираться уже тащиться домой. Наверное, все-таки спрошу что-нибудь перекусить. Если эта штука работает, если нет, пойду спрошу там. Если у тебя что-то работает.